Итак, среда, третий день. Всех приветствую, кто будет в записи и кто вышел онлайн. Борис, привет. Рассказываю. Начинаю сразу же с продолжения. Одна из основных техник самадхи, концентрация внимания, или шамадха, анапанасати, анапанасати, наблюдение или осознавание, сати, да, осознавание, ана, вдох, пана, апана, ан, апана, сати, осознавание вдоха и выдоха. И, ну, начнем с этого. Выстраиваем позицию. Не будем терять утреннего времени. Чувствуем вес тела, опору. Чувствуем легкий верх. Макушкой устремляемся вверх. Чувствуем позвоночник. Чувствуем свое дыхание. И вот ладошку на живот. И начинаем фокус внимания. Мы помещаем на стенку живота. Ладошкой это помогаем, чтобы ощущения были отчетливые, и дышим, удерживая, вот все, что нужно делать, удерживать внимание на стенке живота. Угу. Что происходит с вниманием? Внимание периодически будет отвлекаться. То есть, ну, мы, наше сознание, внимание будет, продолжаем вот так дышать и слушаем, на что отвлекается. На мой голос, на мысли, на ощущение, может быть, в теле где-то там нога потекла, затекла. Хотя мы там недолго сидим, но тем не менее, там спинка неудобно как-то сидеть. Ну и вообще неудобно сидеть на полу. Какие-то эмоции, чувства. Визуальная картинка может отвлекать. Вот туда мы уходим, если смотрим. Я объясню про отвлечение. Вот у меня Будда, пробудившийся. Здесь будет находиться наша опора, внимание. Это схема работы, да? Вот здесь, допустим, наша стенка живота. Вот. Таня, подключайся. Мы сидим с ровной спинкой и ладошку на живот, дышим животом. И у нас внимание, фокус внимания, концентрация нашего внимания. Все вот сюда, в живот, на дыхание. Что происходит? Вот оно здесь, внимание наше. Я так схематично объясню на Будде, да, на пробудившемся. И в какой-то момент мы замечаем, что параллельно и внимание здесь, и внимание где-то, ну, куда-то оно вот съехало. Например, мы одновременно слушаем, что есть вот сейчас, естественно, да, и слушаем, и дышим. И внимание здесь, и здесь, в ухе, да, осознание уха, осознание телесное, тело, дыхание, осознание дыхания. И вот это параллельный процесс, этот параллельный процесс называется, будем его называть тонким отвлечением. Мы и здесь, и что-то подумали, и здесь, и слушаем, и здесь, и чувствуем другие участки тела, и здесь, и ощущаем там какой-нибудь вкус во рту. И здесь, и оп, запах отвлек, привлек что-то такое. Ну, допустим, кто-то начал варить кофе. Очень быстро распространяется запах кофе. Я фантазирую, но тем не менее. Тонкое отвлечение. И если мы замечаем на этом этапе, что мы уже в параллельном процессе, вспомните, когда мы идем
по улице, смотрим в телефон, идем, переходим, параллельно мы просматриваем глазами вправо, влево, вперед, назад, чтобы в столб не въехать, да? И это все параллельные процессы. Но наш фокус внимания на экране телефона, но мы параллельно отслеживаем, что происходит. Естественно, это естественно, чтобы нам не попасть в неприятную ситуацию, там, под машину, еще куда-то. И одновременно мы еще с кем-то можем говорить. Да, да, привет, ага, угу. Ну, с кем-то еще идти. Обычная в наше время ситуация. Так вот, наше внимание здесь, тонкое отвлечение. И если во время медитации, если мы это не отследили, ну, типа мы же все равно же на животе, да, оно может перейти дальше, что происходит. Оно может перейти в грубое отвлечение. Грубое отвлечение – это когда мы забываем про живот, про дыхание, про наше задание мы забываем. И мы находимся в состоянии блуждания. Блуждания. Вот мы где-то блуждаем, блуждаем, мысль появилась, ой, еще одна мысль. Вспомнилось что-то, что-то там, что я сегодня буду там кушать, а вот у меня там какие-то проблемы, а вот такая тревога, а вот что-то тело зачесалось, а вот еще звуки. Вот у меня периодически там из тут мансардное окно, и периодически звук оттуда летит, мне хоп, туда внимание. А вот еще что-то, блуждание. И вот момент, когда мы в этом блуждании вдруг оп, а я же сейчас думаю, как бы останавливаем этот момент и маркировку делаем, думаю. В этот момент мы этот процесс как бы отключаем, вспоминаем, памятование, да, помните, сатти, вспоминаем, что у нас есть задание дышать животиком, возвращаемся сюда, но перед тем, как одновременно с возвращением мы в буддийских практиках это называется один из признаков просветления – радость испытывать, питти. И вот мы, испытывая радость от того, что мы вспомнили, от того, что мы осознали, что где мы, а мы медитируем на дыхание на стенке живота, мы делаем практику анапанасати, а мы вот здесь, вот в этой комнате, и ну, мы вспоминаем про себя и возвращаемся. Итак, наблюдение за дыханием, тонкое отвлечение, грубое отвлечение, блуждание, пробуждение. Ага, слушаю сейчас, радуюсь, тихое, ну, внутри. Можно создать улыбку, обрадоваться, что и получилось. И возвращаемся к заданию. Итак, вот этот процесс, тут нету там правильно, неправильно, нету важного, что вот надо прямо зацепиться за это дыхание. Нет, мы тренируем свою... И вот практика випассана начинается тогда, когда мы наблюдаем, а что происходит. Мы наблюдаем за дыханием, отвлеклись параллельно, отвлеклись тонкое отвлечение, грубое отвлечение, поблуждали. Если мысль навязчивая, что мы делаем? Мы себя насильно не загоняем обратно, там, опять вернулась. Ну, какая-то вот, ну, побудьте с этой мыслью. Вот зацепились вниманием за эту мысль и побудьте с этой мыслью. Замедляйтесь и дайте ей пройти. Все, что бы ни происходило с нами, оно всегда есть, имеет начало, длительность какую-то и конец. Поэтому любой процесс, он все равно закончится. Тоже одна из характеристик бытия, но об этом я уже не сегодня буду рассказывать, про характеристики бытия, чтобы не перегружать нам утро и позаниматься зарядкой еще. Вот этот процесс мы делаем. Еще раз наблюдаем за дыханием, тонкое отвлечение, не заметили, грубое отвлечение, блуждаем, вспоминаем, пробуждаемся, радуемся, сатти, питти, напали, да? Пробуждаемся,
радуемся, возвращаемся. И вот такой процесс, он в течение всей медитации, ну, в какой-то момент мы, может быть, больше будем сконцентрированы на дыхании и больше удерживать внимание на дыхании. Если мы это практикуем ежедневно, то сегодня больше концентрации, завтра меньше концентрации. Но в любом случае мы наблюдаем, что происходит. И этот процесс самадха, уж не знаю, как произносить, чтобы это типа было правильно. Оно все правильно, просто разные произношения, интерпретации этих древних языков. Вот эта практика наблюдения и концентрации внимания, практика, вернее, концентрации внимания, самадха, буду так называть, самадха, она в нашем случае будет состоять в том, что мы наблюдаем за животом, за стенкой живота при дыхании. Давайте продолжаем. Начинаем, продолжаем. И вот это и есть подготовительный этап, большой подготовительный этап к практике випассана. Почему? Потому что вот этот процесс может вызвать успокоение, замедление. Мы начинаем определять, что происходит в данный, в каждый следующий момент времени, а где я тут, а где я тут. Мы начинаем определять это. И, в общем-то, если говорить о Будде, ну, как говорят, это его была основная медитация, наблюдение за дыханием. Поэтому давайте практику Будды. Сегодня третий день, среда, самый центральный день у нас, да, и мы к основной практике подошли. На самом деле я ее почти на каждом занятии даю, хотя бы 2 минутки, 3, 5, мы всегда это делаем. Давайте ладошку на живот. 5 минут, всего лишь 5 минут посидим, наблюдая за стенкой живота. На вдохе проговариваем вдох. На выдохе проговариваем выдох. Как только определили, что отвлеклись, тонкое, грубое отвлечение, назвали, на что отвлеклись, я не буду ничего говорить, не буду вас отвлекать. Назвали, на что отвлеклись, слушаю, думаю, чувствую, обоняю, или более конкретно вспоминаю, там, фантазирую, чешется, хочу чихнуть, хочу пошевелиться. Ну, можно конкретизировать. Как только это произнесли, порадовались, что получилось, улыбнулись себе, молодец. Ну, как бы простимулировали положительным подкреплением, похвалой и вернулись к животу. Давайте 5 минут. Глаза можно прикрыть. А давайте сразу, я извиняюсь, что перебиваю, давайте сразу добавим счет. Считаем дыхание от 10 до 1. Сбились со счета, вернулись. Забыли счет, грубое отвлечение. Очень здорово. От 10 до 1 считаем. Вдох, выдох, 10. Вдох, выдох, 9. Вот по такому алгоритму.
Ладошку можно убрать. Продолжаем. Любое отвлечение, вот мой голос появился, ну, явное отвлечение, да, явное. Отметили, слушаю. Я вам как тренажер сейчас заговорил. Слушаю. Вернулись к дыханию. Вот, хорошо. 5 минут, видите, быстро проходит. Мы уже наставление Далай-Ламы выполнили. 5 минут посидели в тишине, помедитировали. И задание будет достаточно простое на день, на сегодняшний. Во время любого процесса, там, едете за рулем, идете пешком, какая-то пауза возникла. Но когда нет необходимости с кем-то разговаривать, а высший пилотаж – это во время каких-то коммуникаций. Обращайте внимание на стенку живота, на свое дыхание и про себя считайте. Вдох, выдох, 10. Во время ходьбы можно это совмещать с шагами. Там вдох, раз, два. Можно считать шаги. Выдох, раз, два, три, четыре. Вдох. И отмечайте, насколько, ну, насколько мы можем длительно удерживать внимание на таком процессе и на что отвлекаемся. Возможно, будет интересно, что есть определенные алгоритмы, паттерн отвлечений. Вот на какую-то там, ну, на какую-то вот мысль или на какой-то образ мышления. Увидели что-то перед собой, например, начали испытывать, ну, негативные ощущения. Ну, что-то там, ой, не, ну, там, не так что-то. Ну, поймали себя на этом. Или наоборот, увидели, как красиво. Ну, как мы реагируем на то или иное событие? Вот мы наблюдаем на фоне нашего дыхания на стенке живота. Это будет, я в конце еще повторю, более доходчиво. Какое задание? В любой ситуации в течение дня вспоминать про дыхание, памятовать, да, сатти, осознавать свое дыхание, вдох и выдох, и наблюдать, как это влияет на наше состояние, что меняет. Хорошо, если есть чаек, можно глотнуть. Вспоминаем, как работает отвлечение, да, стенка живота, но дыхание наше тонкое, грубое, блуждание, пробуждение и возврат. Пробуждение, радость, возврат. Вот такая схемка. Приглашаю на коврик. Приглашаю. Давайте начнем с такой вибрации. Всегда хорошо для нашего тела, особенно когда много сидим, много, и вот мы осознали, да, затекают ножки, затекают ручки, кто много в статических позах находится, ну, надо сидеть, да, надо стоять много. Вот чтобы у нас не было проблем телесных, мы всякий раз можем вызывать какие-то вот вибрации, да, если сидя, ножками потрясти, так, повибрировать, так, чтобы руки, ноги, туловище, мышцы относительно костей начинали двигаться, да? Давайте ложимся на спинку. И вот это мое, это реально исцеляющее упражнение. Вот каждый день рекомендую наблюдать, как это действует. Такой хороший венозный отток, капиллярное встряхивание. Встряхивание надо не... Ну, так тоже можно поболтать, но вот сейчас надо повстряхивать. Повстряхивать ножки. Хорошо.
Остановились. Наблюдаем, чувствуем ощущения. Так, эфир. Есть, да? Наблюдаем, чувствуем ощущения. И теперь начинаем вращать стопы и кисти в одну сторону, в другую сторону. Угу. Сжимать, разжимать. Пальчиком иногда растопыриваем, сжимаем, растопыриваем, сжимаем, растопыриваем, сжимаем. То есть на себя немножечко, от себя на себя. Хорошо. Угу. Руки за голову. Давайте руки в стороны лучше. Носочками себя натянули, вдох. От себя выдох. На себя вдох. От себя выдох. На себя вдох. От себя выдох. Хорошо. Согнули ноги. Зацепились за подъемный стоп. Зацепились. Поставили стопы. И таз вверх поднимаем. Так, таз вверх. Толкнули таз вверх, вдох. Выдох. Перехватили изнутри по возможности ножки. Вдох. Выдох. Руки за головой. Вдох. Опустили таз вниз, потянулись вперед. Выдох. За голову вдох. Таз вверх. Разминаем позвоночник. Выдох. Вверх, вдох. Выдох. Динамика такая, мягкая динамика. Вдох. Выдох. Левую ногу вытянули. Вдох. Поднялись. Правую ножку вытянули. Вдох. Поднялись. Мостик. Обе ножки вытянули. Поднялись вверх, вниз, выдох, вдох, выдох, динамика, вдох, выдох, вдох, хорошо, мостик, выдох, таз вверх, таз вверх, руки подняли над грудной клеткой, сделали вдох и опустили обе ручки, на левое плечо перешли, выдох, таз наверху, вдох, пальцы смотрят вверх, с правой стороны выдох, скрутились, вдох, с левой стороны выдох, вверх, вдох, справа выдох, вверх, вдох. Слева выдох. Вверх, вдох. Справа выдох. Хорошо. Замок под тазом. Лопатки вместе. Правая нога вверх, вдох. Опустили вниз, выдох. Таз выше. Левая нога вверх, вдох. Опустили вниз, выдох. Правая вверх, вдох. Опустили вниз, выдох. Левая вверх, вдох. Опустили вниз. Выдох. Таз выше, вдох. Хорошо, руки за головой. Выдох. Ноги вверх, вдох. Ноги за голову. Выдох. Ножки вверх, вдох. За голову. Выдох. Если не получается, руки сзади, вдох. Помогаем руками. Вдох. Выдох. Хорошо. Поднимаемся. Навасана. Вдох. Выдох. Перекрещиваем ножки. Переходим в кошку. Прогиб. Вдох.
Вы, да? Ау, да? Вы, да? Вдох. Вы, да? Хорошо, прямая спинка. Наблюдаем за ощущениями. И теперь спиной круговое движение. Вот такое. Раз. Спина, шея включается. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. В другую сторону. Раз. Два. Вдох, выдох. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Теперь руки чуть пошире и чуть-чуть вперед. Вот так. И мы ныряем теперь вперед. И круговые движения с касанием грудной клетки. Выдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. С круглой спиной возвращаемся. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять. Вдох. Выдох. Шесть. Вдох. Выдох. С круглой спиной вперед. Меняем направление. И прогибы назад. Раз. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Четыре. Угу. Пять. Шесть. Хорошо. Ладошки под плечи. Выпрямляем ноги. Ножки выпрямили. И попеременное такое. Попеременное. Одну пятку поставили, другую. Давайте в своем режиме. Одну пятку поставили, другую. Вот одно из самых таких. Ну, а тут вообще все полезное, но одно из самых, наверное, приятных. Попереминаться такой мягкой динамики. Таз вправо, влево. Угу. И вот очень-очень хорошо в такой позе, когда голова ниже таза, когда у нас включается диафрагмальное дыхание, в этой позе, в позе горки, в позе собаки головой вниз, мы подключаем дыхание и удьяна банху. Давайте вдох-выдох, втягивание живота. Тоже почти каждый раз даю. Очень-очень крутая штука. Вдох. Выдох. Втянули живот. Держим. Вдох. Качаем венозную кровь. Выдох. Втянули. Вдох. Выдох. Втянули. Посмотрели вперед. Вдох. Назад. Выдох. Втянули. Вперед. Прогнулись. Назад. Подбородок на грудную клетку. Втянули. И еще раз вперед. Назад. Втянули. На носочке встаем. Вдох. Таз с правой стороны. Выдох. Похрустили. Таз вверх. Вдох. Таз с левой стороны. Выдох. Вверх. Вдох. Пяточки вниз. Выдох. Втянули живот.
посмотрели вперед, подошли на ширину таза, вдох. Посмотрели вперед. Выдох, наклон. Ноги ширина таза, вдох. Можно руки на ногах держать. Выдох. Или на коленях. Вдох. Чтобы можно было прогиб увидеть у себя. Выдох. Хорошо. Или на полу. Вдох. Выдох. Опускаемся таз вниз. Угу. Ладошки перед собой. Таз вверх. Вдох. Таз вниз. Выдох. Таз вверх. Вдох. Таз вниз. Выдох. Вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Ручки вверх. Вдох. Выдох. Выпрямили ножки. С круглой спиной поднялись. Вдох. Выдох. Стоим, наблюдаем. Хорошо, повернули голову вправо, влево, вдох. Выдох, вправо, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох. Правое ухо вверх, левое ухо вверх. Меняем, 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 меняем. Отвели назад, вперед. Назад, вперед. Назад, вперед. По кругу один, вдох. Два. Три. В другую сторону. Раз. Два. Три. Ноги вместе. Наблюдаем, как каждое у нас действие, каждое упражнение влияет на состояние, где наше внимание сейчас. Внимание во время выполнения асан у нас на самом действии, на ощущениях в мышцах, как это все происходит. Давайте на носочках поднялись. Покачаем еще венозную кровь снизу. Вот, у кого бывают отеки ног, там расширение вен, вот я очень много даю на профилактику. Профилактику. Давайте. Хорошо. Внешние и внутренние. Стопы разминаем, ну и, соответственно, мышцы, которые у нас в конечностях, вот мы можем, давайте руками тоже покачать, они от их сжатия-разжатия, мы качаем кровь таким образом из периферии. Хорошо. Растопыриваем пальцы. Растопыриваем на ногах, на руках. Сжимаем. Растопыриваем, сжимаем. Растопыриваем, сжимаем. Растопырили, сжали. Растопырили, сжали. Ага. Хорошо. И теперь вот этим растопыриванием пальцев на ногах мы цепляемся после этого и проносим пятку вперед. Проносим пятку вперед. Попробуйте постучать. Вот я пройду весь коврик, а вы попробуйте, ну, тоже коврик пройти, или сколько получается. И вот таким образом прямая спинка, встряхиваем тело. Встряхиваем, встряхиваем и прокачиваем структуры ног и всю кровеносную систему. Проходим. Угу. Хорошо, пристучим пяточками в пол.
Делаем вдох. Задержка дыхания. Щеки надули. Остановились, сделали, да, вдох. Выдохнули, втянули живот. Втянули живот. Поднялись. Хорошо. Руки через стороны вверх, вдох. На носочках поднялись. Выдох. Давайте на вдохе дыхание уджайи. Вдох, уджайи. А на выдохе открываем рот и... Свободный выдох. Вдох, уджайи. И еще на носочках вдох. Хорошо. Начало, нет, не начало коврика, ноги ширина таза, пустые рукава. Обязательно тоже в моем арсенале это лично присутствует. Хорошо. Теперь в начало коврика. Ладони перед грудью. Руки через стороны вверх, вдох. Наклон, выдох. Левая нога назад, вдох. Руки вверх. Планка, выдох. Планки, вдох, выдох, на правую руку таз вверх, вдох, таз вниз, выдох, таз вверх, вдох, выдох, таз вверх, вдох, выдох. На другую руку вдох. Поменяли бок. Выдох. Вдох. Выдох. Рукой большой круг делаем, рисуем. Вдох. Выдох. Планка. Вдох. Четуранга. Выдох. Планка. Данда. Асана, вдох, четуранга, выдох, верхний, вдох, нижний, выдох, колени в пол, грудная клетка, подбородок, вдох, кобра, выдох, вернулись, вдох, на 8 точек, кобра, выдох, вернулись, вдох. Остались здесь, выдох, в кобру, вдох, собака головой вниз, выдох, собака головой вверх, вдох, собака головой вниз, выдох, вверх голова, вдох, вниз голова, выдох. Вверх, вдох. Вниз. Выдох. Левая нога вперед. Руки вверх. Вдох. Наклон. Выдох. Вдох. Выдох. Значит, по дыханию.
Вдох уджайи, выдох. После выдоха втягивание живота в любой позе. Например, в такой вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Руки через стороны вверх. Вдох. Втянули живот. Правая нога назад. Руки вверх. Вдох. Выдох. Планка. Втянули живот. Вдох. Втянули живот. Левая рука вверх. Вдох. Загнули. Руки выдох. Втянули живот. Выпрямили. Правая рука вверх. Вдох. Можно с колени, если сложно. Выдох. Чатуранга. Втянули живот. Левая рука вверх. Вдох. Выдох. Втянули живот. Правая рука вверх. Вдох. Прямые руки. А, нет, давайте согнутые. Выдох. Втянули живот. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Втянули живот. Здесь вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Правой ногой вперед шагнули. Вдох. Наклон. Выдох. Втянули живот. Круглой спиной вверх. Вдох. Выдох. Втянули живот. Еще раз вдох. Наклон, выдох. Втянули живот. Посмотрели вперед. Вдох. Отшагнули. Выдох. Втянули живот. Нижний упор. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Втянули живот. Посмотрели вперед. Подпрыгнули. О, скрестили ножки. Перешли. Позу стола. Вдох. Таз вниз, выдох. Втянули живот. Вверх, вдох. Вдох. Вверх, вдох. Таз к пяткам, выдох. Втянули живот. Таз вверх, вдох. Таз к пяткам, выдох. Втянули живот. Таз вверх, вдох. Таз к пяткам, выдох. Втянули живот. Ножки выпрямили, руки выпрямили, вдох. Выдох. Легли чуть пониже, вдох. Выдох. Пятки вниз, руки вверх, вдох. Выдох. Ножки ширина таза. Руки положили, голову положили. Три дыхания, вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот.
Все отпустили, несколько спокойных дыханий. Лежим и начинаем наблюдать за дыханием на стенке живота, лежа. То, что мы делали сидя в начале, осознавание вдоха и выдоха на стенке живота. Вспоминаем, что мы делали. Наблюдаем за отвлечениями, называем процесс вдоха, вдох, стенка живота вперед идет, выдох, стенка живота вниз, назад, 10, вдох, выдох, 9, вдох, выдох, 8. Считаем дыхание от 10 до 1, сбились, вернулись назад. Тонкое отвлечение заметили, тонкое. Параллельно начинаем думать, слушать параллельно и считать. Это тонкое отвлечение заметили, вернулись назад. Заново считаем. Грубое отвлечение назвали, там, думаю, чувствую, слушаю. Осязаю, там, вспоминаю, фантазирую, чувствую и так далее. Любое отвлечение назвали, вернулись назад на стенку живота. Давайте, 3 минутки лежа. Хорошо, сделали глубокий вдох, длинный выдох. Все отпустили, пошевелили пальцами на руках, на ногах. Согнули ножки. Захватили ноги руками. Прижали. Руки, ноги вверх, еще раз встряхнули. Остановились. Наблюдаем. И покатались, взяли себя за колени, покатались вперед-назад. В какой-то момент садимся. Повторю задание на день. Мы заканчиваем. Наблюдать за дыханием во время ходьбы, во время там, любого процесса, сидя, стоя, там, лежа,
при движении по возможности, если это не, без, если это не, не опасно, да? Вот, если у вас не получится, что там сижу на работе, наблюдаю за дыханием, ко мне обращаются, я там отлетевший. Ну, смотрите, выбираете время, куда-то идете, вдох, выдох. Можно считать шаги. Вдох, раз, три, четыре, выдох, два, три, четыре. И мы на этом концентрируемся, на ходьбе, на дыхании, и наблюдаем, как у нас отвлекается, как у нас внимание действует. Отвлекается параллельно что-то делает, отвлекается грубо, то есть мы забываем, что мы идем, мы на автомате начинаем идти и дышать. Это, как правило, так случается, мы забываем. Потом вспоминаем, сатти, да, памятование. У нас вспышка такая осознанности, пробуждение, радости. Ага, вспомнил. Ну, как можно чаще. Куда-то идете, наблюдайте за дыханием. Чистите там зубы, пьете кофе, наблюдайте за дыханием. По возможности попробуйте за дыханием понаблюдать как можно чаще в течение дня, замечая отвлечение. Ана, пана, сати. Осознавание вдоха, выдоха. Основная практика у нас не только сегодня, но и во всем, во всех буддийских техниках база, база, самадха называется, концентрация внимания. Хорошо, спасибо всем.